Городской бюджет одобрен в первом чтении. Депутаты городской думы поддержали главный финансовый документ на 2021 год и плановый период двух следующих годов. Как и областной, городской бюджет остается социально ориентированным. Утверждены общие параметры доходов, и собственные доходы утверждены с увеличением. Они составляют по доходной части бюджета 11 миллиардов 415 миллионов рублей. Общие параметры расходов бюджета – это 11 миллиардов 715 миллионов рублей. Основная статья расходов – развитие города, здравоохранение и меры по борьбе с коронавирусом. При формировании документа «Слуги народа» выезжали на местах, куда нужно предусмотреть финансирование на следующий год. Так, денежные средства будут выделены на ремонт 37-й школы на Западном бульваре. В этом году в учреждении отремонтировали спортивные актовые залы, благоустроили пришкольную территорию. На 2021 год планы по обновлению большие. Здесь необходимо капитально отремонтировать систему отопления с ремонтом элеваторного узла. Кроме того, у нас уже в планах несколько лет стоял ремонт туалетов. Вот здесь на первом этаже мы обязательно в этом году отремонтируем и восстановим туалеты, те, которые уже есть, и обязательно предусмотреть необходимое обустройство для детей с ОВЗ. Также будут заложены средства на ремонт кровли и первого этажа. Ремонт продолжится и в лицее номер 45 на Камышинской. В учреждении реализуется двухгодичный контракт. Уже отремонтировали крышу, входную группу и фойе. Ремонт гардероба с заменой вешалок. Ну и эстетическое оформление гардероба. Очень красиво и надежно заменили перила на центральном входе с 1 по 3 этаж. И, соответственно, ремонт лестничных маршей. В следующем году в лицее займутся канализацией и рекреациями. В городском бюджете также предусмотрено софинансирование госпрограмм. В их числе проект формирования комфортной городской среды, благодаря которому благоустроят 29 дворов. Жители дома 2/19 по улице Корунковой с нетерпением ждут начала работ. Они сами разработали план благоустройства своей дворовой территории. Замена дорожного покрытия, дополнительное освещение, лавочки и детская площадка. Ждали это мы давно. И все радостны, чтобы вы сделали благоустройство нашего двора. Детям играть негде. Один песок. Завозить землю и тому подобное, это вы сами знаете. Также средства пойдут на обновление общественного транспорта, ремонт дорог и учреждений соцкультбыта. Все строчки расходов депутаты рассмотрят на профильных комитетах. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.